Вот, скоро поправишься. Ранение не опасное. Домой вернешься. К жене, к детям. Все у тебя будет хорошо. Не переживай. Вот. Здрасте. Здравствуйте. Я могу поговорить с капитаном Кротовым? Да-да, конечно. Составляю отчет по генералу Савельеву. Вы же с ним знакомы очень давно. Давнее не бывает. Меня интересует Лаос. А что Лаос? Там тепло, бананы. Операция «Хиппи». Ну так вы бы у него самого и спросили. А ты что? Не хочешь помочь другу? Я не мог поступить по-иному. Друг моего друга – мой друг. Я не предаю, у нас такой закон. Слушай, тебе что важнее? Твои законы или твоя дочь? Между прочим, я для тебя все сделала. Твою девочку в Лондон вывезла. Она вместо того, чтобы здесь скот пасти, на фортепиано учится. Это твоя благодарность? Аллах велик, Джейн. За это ты получаешь от меня лучшие изумруды. Ты не выполнил мой приказ. Это был мой долг перед моим другом Михаилом Кротовым. Я друзей не предаю. Джейн, мы же с тобой тоже друзья. А что, если мне дадут приказы, я тебя предам? А? Камни где? Ты их приготовил? Я все для тебя приготовил. Джейн! Там, на этот раз, камней больше? Намного больше. На 20 миллионов долларов. Скажи мне, что-то должно случиться? Это жизнь, Рашид. В ней всегда что-то случается. Тогда я спрошу вот так, а ты мне ответь. Что-то случится со мной или с Гугуш? Пока. Нет. Пока я тебя простила. А теперь дай мне сопровождение. Через час мне надо уходить в Пакистан. А труп девчонки с фотоаппаратом должны найти на пакистанской стороне. Ну и что он тебе сказал? Он подтвердил, что вы отдали приказ на уничтожение лагеря в Флаерти. Что Джейн на момент проведения операции находилась в лагере. Да. Если бы я был ее агентом, неужели я не дал бы ей уйти? Неужели не предупредил бы? Ну, не знаю. Мне нужно самому во всем разобраться. Ты разбирайся быстрее. То Лукьянов сначала убьет меня, потом Митьку, а потом тебя. Чтоб ты не успел ни в чем разобраться.
Часовой, за мной. Ребята, а Мишка Крутов здесь? Давно не вижу. Давно уже нету. Ир! Привет. Ты ко мне? Что-то выглядишь неважно. Да? Да это я недавно перенервничала, может, поэтому. Ну, ничего страшного. Да, конечно, на тебе лица нет. Так, пойдем, я тебе давление померяю. Таня, Таня, я по другому вопросу. А по какому? Я Мишку Крутова ищу. Кротова? Mm. А с чего ты решила, что он здесь? Ну, здесь все его друзья. Ты же знаешь, где он? Попадет мне от Баса. Да, мне очень нужно с ним поговорить. Это важно. Доброта моя меня погубит. Ну, может, подруги? Mm-hmm. Давай вещай. Кореш твой на рынке шлялся, изумруды предлагал. И он там был не один. С девкой? Русский придурок в поколе. Так еще и шпарил на Дари. Сядьте, сядьте. Да сядьте свои. Николаич, пустили тебя? Можно и так сказать. Времени в обрез. Мужики, надо найти Митьку. Да мы по Митькиному поводу здесь собрались. Мы, кажется, знаем, куда он направился. Дай 5 минут на сборы и выдвигаемся. Кап, ты бы остался. Мы сами разберемся. Согласен, тебе нужно отлежаться. Знаете что, мужики? Летите-ка вы в союз к мамкам. Это уж не ваша война. А мы с генералом как-нибудь сами. Давайте, давайте. Зря ты так, Кэп. Согласен. Мы с тобой. Ладно. Ну, так что сидим, рассосались? 4 минуты на сборы. Быстро! Кэпа, ты думал, что дальше? В смысле? После того, как вернешься. Да, думал. Да передохнет пару месяцев и снова в бой. Не, переменилось все, мужики. Теперь мне есть о ком заботиться. Кроме ваших пустых чугунков. А это что-то новенькое. И что ты будешь делать? Ну, вернусь в союз. Не растягиваемся. И стану жить как человек. С Зойкой и с пацаном. Ради них буду жить. Чего и вам советую. Черноус, Пахомов, Габа! Все, хорош курить. Погнали. Говорил я вам, придуркам, не надо было сюда ехать. Сейчас разберем. В оба смотри. Эй!
слышишь? Слышу! Я знаю, что слышишь. Сдавайся, урод. Обещаю, башка резать не буду. Мать деньги соберет, домой поедешь. Сдавайся, иначе долго умирать будешь. По-хорошему, вниз можем. Но это почти самоубийство. Поверь, в плену еще хуже. Тогда на счет три. Раз. Два. Три, пошел! Что, Курт? Позвоночник не успел со страху выстроить? Не успел. Тут тебя видеть хотят. Батя. Ба, какие люди! Писарь, руку давай. Мам, мы выезжаем сейчас, немедленно. Что случилось? Ты с ним поговорила? Ребенок украсть хочет. Ты за свою, с чего ты взяла? Я слышала, что он говорил, что хочет жить со своей женой и с моим сыном. Что ты делаешь? Мам, нам нужно уезжать. Мама! Доченька, ты не в себе. Мне больно об этом говорить, но тебе лучше побыть какое-то время в заперти. Мам, мамочка, нам нужно уезжать! Открой, пожалуйста, мама! Нет, я позабочусь о тебе и Бахтияре. Мам! Мама, пожалуйста! Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Черт. Почему так долго? Солнце, подожди. Давай быстрее. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Где Аня? Найдем. Найдем. Посмотри за ней. Если что. Отставить. Ты главное оружие из рук не упускай. Не забудь бояться. Погнали, Митяй. Есть кем. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Что, ты правда думаешь, что ЦРУ поверит? Конечно, поверят. Если опубликуешь в Гардиан фотографию под своим именем. Приедешь в Штаты, на тебя выйдет ЦРУ. Ты подтвердишь, что я мертва, и тебя оставят в покое. Джейн, мы с тобой обе прекрасно знаем, что ты не оставишь свидетелей. Ты не можешь от меня зависеть. Да и вообще, это не твой стиль. Сейчас ни у тебя,
ни у меня нет выбора. Делай, как я тебе говорю. Нет. Я благодарна тебе, что ты довела меня до Мити. Но я без него не хочу и не могу жить. Поэтому я иду в Кабул. Аня, не делай этого. Не совершай непоправимую ошибку. Пошла ты. Тащи ее сюда. Она красивая. За нее хорошо заплатят. Красное оружие. Бросил. Ты помнишь меня? Нет. А девушку помнишь? Кульяру, которую ты убил. Ты получил за нее денег, но все равно убил. Ты помнишь? Ты меня явно с кем-то путаешь. Беда! Пойду насквозь! Thank you.
Аккуратней, батя. Знаешь, без сопливых, понял? Ты матери подарок купил? Не успел. А знаешь почему? Потому что ты не мог. По сторонам смотри, ну зашибут, батя! Я Аня там. Давай, сын, давай. Быстро! Уведи девчонку! Пусти! Пусти, сука! Пусти меня! Парочку! Прикрой! Витя! Витя! Автомат перед собой держи. Если что, не думай. Стреляй. В порядке. Иди к башне. Тихо, тихо, десантура. Рашид. Дождался тебя, Мишка. Я тебе говорил, что еще раз встречу убью. Попробуй. Что ж ты своих бьешь, Рашид? Да ты моих бьешь. Я давал присягу, Рашид. Я присягу давал, так же, как и ты, лейтенант Исмаил Ханов. Ты воюешь на моей земле. Это мой долг. Мой долг перед Родиной. Перед Родиной. А это моя Родина. Моя Родина. Уснул он.
Твой же приемчик. Чемпионат по рукопашке. Четвертый курс. Ну что делать будем, Рашид? Я троих потерял. Троих. Я всех потерял, Мишка. Руки покажи. Умница. Что ты все сделаешь? Не слышу радости в голосе. Думала, больше меня никогда не увидишь. Да нет. Я всегда в тебя верила. Выбрался. Молодец. А ты тоже ничего. Такой муть заварила. Звезда ЦРУ. Печально, Федя. А все могло быть совсем по-другому, если тогда в Лаосе пришел ты, а не человек, которому ты приказал меня убить. Руки! Руки! Теперь встала и поехали в Москве, расскажешь. Про меня, про Митю, про подставы твои. Встала, я сказал. Уйди с дороги, сказала. Считаю до трех. Раз. Два.
Эй. Полковник, разрешите? Заходи. Отчет по перестрелке автосервиса. Подробный, как вы просили. Гильзы. От Калашникова и Макарова. Так точно. 5 штук от Макарова, от Калашникова ржавый хлам. Явно не сегодня отстреляли. Месяц, может больше. Война. Свежих всего 5. Маловато для перестрелки. Одна пуля выгонена. В хозяина автосервиса и в парнишку по 2. А где гильза от патрона, которым ранили Лукенова? Вы точно все осмотрели? Даже с миноискателем прошлись. 5 пуль, 3 трупа. Все трое убиты из пистолета Макарова. 1 в спину и гонен. 2 гражданских. У Лукьянова. Как раз Макаров. И что? Нам бы проверить. Кого? Члена ЦК? Ты, Иосифов, думай, прежде чем говорить. Свободен. Полковник Воснецов, соедините меня с Москвой. Там граница. Черта между твоим миром и моим. Если перейдем ее, будем вместе. Всегда. Я не могу. Я знаю. Поэтому я тебя не прошу идти со мной. Ань. Ты должна вернуться. Тебя ждут родители. И я все понимаю. Тебе помогут перебраться на ту сторону.
а я вернусь в Кабул, а потом в Москву. Я должен все это закончить, иначе все эти люди, мой отец, умерли зря. Мить, мы когда-нибудь увидимся? Пора. Здравствуй. Ужин на меня можешь не накрывать? Нет, нет, ничего не случилось. Марьяну позови. Ты меня прости, что я на твоей свадьбе не погуляю. Ну, так получилось. Да, вызывают. На самый верх. Я... Я очень люблю тебя, дочка. Больше всего на свете. Ты прости меня. Ты, главное, живи. Живи и ничего не бойся. Мам, ты меня слышишь? Мам, ну почему ты мне не веришь? Я слышала. Я действительно слышала, как он это говорил. Ты считаешь меня сумасшедшей? Мам, я действительно сойду с ума, если он заберет у меня сына. Я руки на себя наложу, мама! А что ты потом будешь делать, когда не станет ни меня, ни внука, мам? Я не отдам тебе ребенка. Но ведь он и мой ребенок тоже. Нет.
Как это? Вот так, я тебе соврала. Это ребенок другого. Я же хотела, чтобы ты откупился, а ты вон смотри, каким честным оказался. Признал мальчика своим. Зачем ты врешь? Я же вижу, чувствую. Ира, я могу забрать вас в союз, пойми. И буду заботиться о вас всю жизнь, обещаю. Ну, а ты в конце концов найдешь себе мужика. И станешь, наконец, счастлива. Что ты делаешь, Ир? Я не отдам тебе сына. Пошел вон. Слышишь? Опусти пистолет. Уходи. Я не хочу ничего плохого. Я сказала, пошел вон отсюда! Хорошо. Давай. Ирка! Горячо. Ира! Позаботься о нашем сыне. Вместе позаботимся. Вместе позаботимся, Ира. Врача! Врача! Ирка! Ир! Значит, в Москву перебрались? Да, вот начальство решило поощрить переводом. На самом деле, мне там нравилось больше. Но нам выбирать не приходится, где служить родине. Понимаю. Как мать? Тяжело. Сочувствую. Зачем вызывали? Высшим распоряжением членов ЦК и лично секретаря ЦК КПСС твой отец, Савелий Федорович Николаевич, полностью реабилитирован и представлен к награде ордену Ленина посмертно. Как живой. Ленин всегда живой. Мой отец нет. Это все? Нет. Я тут разговаривал с одним человеком, он жил в Лабаде. Этот человек направлялся в Пакистан. Просил тебе передать. Ну, здравствуй. Здравствуй. Знакомься, Зоя. Это Бахти. Борис. Он наш. А где его мать? Она умерла. Ну что ты его держишь? Ты как автомат на параде, а? Конечно, дай аккуратненько. Сюда. Так, вот. Да. Ну. Борис Михайлович. Тяжелый такой. Настоящий богатырь. Есть меня. Мой сын. Наш. Наш сын. Наш. Thank you.
Я так и знала, что найду тебя здесь.